Всем здравствуйте! Многие поклонники Филиппа Киркорова считали, что до этого не дойдет, но это случилось. Сегодня появилась шокирующая информация о том, что продюсеры и промоутеры получили обновленный список артистов, запрещенных к концертной деятельности в России. Официальный документ появился в публичном пространстве. Среди музыкантов, перечисленных в списке, есть участники той самой скандальной вечеринки. А именно, это Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Глюкоза, Дима Билан, Анна Асти. Впрочем, народ тоже не простил бывшего короля. Новый скандал разгорелся в личном блоге Леры Кудрявцевой. Телеведущая опубликовала афишу новой юмористической программы. Среди приглашенных артистов был и Филипп Бедросович. Подписчики быстро отреагировали на появление певца в передаче, написав, что видеть его там совершенно не желают. Пока не ясно, прислушается ли руководство к мнению народа. Съемки должны пройти 10 февраля. Будем надеяться, что Филипп Бедросович совсем скоро появится в публичном пространстве и сам даст комментарии относительно сложившейся ситуации. А у нас на этом все. Спасибо, что остаетесь с нами. Берегите себя и своих близких. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем удачи и пока!